Олег, как давно болеете за футбольный клуб Тюмени? Почему хотели встретиться с командой? Ну, я болею уже с 87-го года. Практически уже 30 лет хожу на футбол, на все матчи домашние. И решили такую встречу впервые организовать, чтобы болельщики могли вживую посмотреть команду, пообщаться с ней, тренировочный процесс, задать какие-то вопросы игрокам. Ну, это практикуется во всех командах. У нас такое, к сожалению, первый раз. Думаю, что регулярные будут встречи такие сейчас происходить. Как получилось достучаться до клуба и наконец-таки выйти сюда, к Бровке? Ну, написали, связались с пресс-атташеновым Павлом Кунцевичем. Он откликнулся, связался с руководством и дали добро. Мы пришли вот здесь. Где-то у нас человек 30 организовано. Здесь наблюдаем, смотрим. Как часто ходите на футбол? На все домашние матчи? На все, да. Практически на все. Ну, если когда не болею или по работе, ну, практически всегда. Самый яркий матч запоминающийся? Ну, с «Зенитом», наверное. На кубковой игра с «Зенитом», она надолго запомнится. И любимый игрок, и почему? Любимый игрок, ну, пока я не могу сказать, кто нам любимый игрок. Мало еще игр прошло. Ну, пока Альберт Богатырев выделяется. Ну и наш старый состав, как говорится, сейчас уже это, они вновь начали блистать. А вообще Андрей за, Павленко. За все время, с 87-го года, какой самый любимый игрок был в Тюмени? Любимый? Зарва, конечно. Старше? Старше, конечно, да. Старше, конечно. Легенда тюменского футбола. Все его помнят, любят.